Дирк ван дер Аа, также известный под именем Теодорус ван дер Ха, родился 1 марта 1731 года в Гааге, умер 23 февраля 1809 года в Гааге, нидерландский художник, график-орнаменталист, представитель рококо. Вся жизнь и творчество Дирка ван дер Аа связаны с Гаагой. В молодости художник совершил несколько поездок в Париж. В середине 1750-х годов учился мастерству живописи у малоизвестных художников Иоганна Хёйнриха Кёллера и Герита Месса. Стал известен с 1755 года, благодаря своим живописным декорационным аллегориям и работам, выполненным в технике однотонной гризали. Воспитал ряд учеников. Самые известные произведения автора. Аллегории лета 1775 год. Пути, играющие в облаках. 1773 год. Сатиры и фавны, танцующие перед святыней. 1790 год. Диана с атрибутами охоты и танцующими фигурами. 1790 год. Пути, играющие в облаках. 1773. Аллегория лета с играющими пути. 1789.